Лето, Одесса, вот же до вокзал видно. А вот мы прогуляемся по Пушкинской. Сегодня Пушкинская, а раньше называлась Итальянская. Вот она вся выложена брусчаткой. Мостовая, вулканический. Я там дальше, может, покажу, тут тень сильно падает. Может, видно хорошо? Это мостовая из вулканического камня. Выложена вся Пушкинская. Вот мы прогуляемся сейчас по Пушкинской. Там впереди видно ЦУМ. Сейчас вот он. Это сегодня ЦУМ. Копейка. Магазин. Раньше ЦУМ был только, а сейчас Копейка. Там разные магазины. Большое здание ЦУМ. А раньше на этом месте была табачная фабрика. А вот мы пересекаем сейчас Малую Арнаутскую. Так, мы успеем перейти. Дворики Одессы. Один из двориков. Мы пройдемся, посмотрим. Это платаны. Можем увидеть сейчас, я ближе подойду, дом Ангела. Это реабилитационный центр для детей. Не отказываюсь в благодеянии.
когда рука твоя в силах сделать это. Троицкая. Пересекаем. Сейчас Жуковского будем пересекать. Мы можем увидеть филармонию. Сейчас я покажу. Музей Пушкина. Здесь мы можем увидеть дворец. Сейчас. Дворец Александра Абазы. Вот он. По Пушкинской до Дерибасовской. Одна сторона, вниз, ближе к морю, оперный, музей, еще один музей. Оперный с другой стороны, со стороны фонтана. Площадь Русская, где находится городская власть. Прекрасные платаны, прекрасный город, прекрасная улица.